Экватор пройден. Началась вторая стадия ремонта Южного моста и путепровода «Аврора». Половина готова. Здесь отремонтировали пролеты и опоры, заменили деформационные швы, уложили новое асфальтовое покрытие в два слоя, отремонтировали тротуары, поменяли бордюры, установили новые барьерные ограждения и фонари. Подрядчики уже завершили ремонт левой половины моста и переходят на правую. Соответственно, поменяется и схема движения. Правую часть моста закроют, а левую откроют для движения легкового транспорта. Делают это в ночное время суток специально, чтобы не создавать дополнительных пробок в часы пик. Ремонт проводят в рамках национального проекта «Безопасные и комфортные дороги». Несмотря на дождливое лето и погоду для ремонта не самую благоприятную, все работы идут в строгом соответствии с графиком. А теперь строители обещают ускориться. Мы пытаемся ускориться, чтобы все-таки ввести эти два объекта в октябре месяце, где-то в районе, наверное, середины октября. Ну, будем надеяться, что погода будет более благосклонно к нам, не так, как на этой половине. Скорость важна, но главное – качество. Комплексный ремонт идет на всей протяженности мостового перехода «Южный» и путепровода «Аврора». Это 1 километр 200 метров. Капремонта здесь не было более 40 лет, и мост просто был небезопасен. Деформационные швы пришли в негодность. Теперь же их заменили, сделали по самым современным технологиям. Гарантия завода-изготовителя на швы – 35 лет. Контроль качества работы подрядчиков проводят ежедневно. Контроль качества осуществляется на всех этапах, непосредственно после проведения каких-то скрытых работ. Заказчик, то есть вместе с заказчиком, то есть проходили, все это освидетельствуется, проверяются отметки согласно проекту. По покрытию непосредственно это испытание, это проверка на толщину, качество работ. После завершения работ, как говорят подрядчики, пропускная способность моста станет больше. Из-за качества дорожного покрытия оно должно без трещин прослужить не менее 5 лет. Марина Кравцова, Василий Колдашов. События.